масса видео. Очень запрещено. Те, кто меня не слушает, вот с ними так и происходит. Был шквалистый ветер, снег. У нас было минуты 3-5, наверное, да? А потому что для меня это был просто какой-то взрыв эмоций. Отстаем немножко, но... За лопатку, если надо будет его воспользоваться, у вас его вырвет из рук. У каждого своя высота. Вот это моя. Мне Андрей 150 метров помог. Как он тебе помогал? Не очень. А, на плато мне стало страшно. Я думала признаться Жене, что мне страшно. А потом поняла, что Женя меня не поймет, а Андрей поймет. Я сказала, мне страшно, меня сейчас ветер будет. И Андрей меня взял, и мы вместе пошли. Снег и метель. То я, если честно, даже не успела понять ничего, что произошло. У меня такое ощущение, как будто это все сон. Вышли сегодня в 8:00 утра. Солнышко припекает, при этом температура воздуха минус 10. С днем рождения! Спасибо. Ну это да, это по факту самый лучший день рождения в моей жизни. В таких ситуациях не с кем общаться, кроме как с Богом и с гидом. У меня болит голова, отстаньте, устала. А потом 20 метров он меня отпустил и сказал, лезь на вершину сама. Ты такой проваливаешься и дай Богу выжить просто. Ну то есть это непередаваемо, это нужно ощутить. Ребята, посмотрите, вот так вот делать не надо, блядь.